Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Mentor Buddy. С вами Негода Артем, чемпион Европы по бодибилдингу. Итак, я начинаю подготовку к весенним соревнованиям. Не факт, что я на них буду выходить, но в принципе трансформация у меня уже началась. Я месяц работаю очень плотно над собой. То есть у меня сейчас тяжелые тренировки, бывает по 2-3 тренировки в день. Плюс я соблюдаю диету. Как вы видите, я начинаю меняться, немножко просушиваться, учитывая то, что я сам по себе эндоморф. У меня углеводное количество, загрузка углеводами очень заниженная. То есть для меня 50 углеводов в день – это норма. При этом я выдерживаю силовые тяжелые тренировки и чувствую себя, как вы видите, нормально и готов работать. Вот, сегодня мы поработаем на грудные мышцы. Основная нагрузка у нас будет на верхнюю часть грудных, откуда у меня, лично у меня, они отстают от всей формы грудных. Соответственно, первые тренировки, первые месяца тренировок по грудным я всегда акцентируюсь на верхнюю часть. Итак, поехали! Наше первое упражнение, мы начинаем полужим на лапке, которая будет в горизонтальном положении, но каждый раз мы поднимаем угол. Соответственно, мы переносим нагрузку с внутренней стороны, поднимаясь все время вверх. Мы сделаем 5-6 подходов вверх, 2 отката вниз по углу, да, и при этом постоянно добавляем вес, работаем минимум на 15 повторений для того, чтобы мышцы держать в хорошем пампинге. Пауза между подходами короткая, около 30 секунд. Сегодня я работаю с Димой. Димон, добрый вечер. Приветствую. Вот, мы сегодня работаем в паре, вы уже его видели в наших предыдущих программах. Вместе с ним, кстати, у него тоже происходит трансформация, он сейчас тоже хорошо сбрасывает вес, придерживается питания, придерживается моих рекомендаций. Возможно, что в дальнейших программах мы тоже будем с ним вместе начинать позировать, и вы будете отслеживать как мою трансформацию, так и его. Поэтому начинаем нашу тренировку. Там опять чувак какой-то сел. Скажи, что мы там работаем. Что? Лох? Шло. Шло. Итак, следующее упражнение, это у нас разводка в бабочке или станок Pec Deck, или еще его называют наутилус, каждый по-разному называют. Мы его будем отрабатывать в 30 повторений, тремя сетами по 10 повторений в разной амплитуде. Первая амплитуда — это широкая разводка, 10 повторений, потом узкая разводка, 10 повторений и 10 повторений в полную амплитуду. В этом упражнении очень важно, чтобы рука и локоть всегда находились выше плеча, таким образом мы попадаем в верхнюю часть грудных.
Отработали упражнение в бабочке. Советую это упражнение вам попробовать у себя в зале. Оно очень хорошо забивает мышцы, покуда оно очень памповое, очень мощное и интенсивное. Следующее упражнение. Мы переходим на лавочку под углом. Мы будем отрабатывать разводку вместе с внутренним прожиманием. Все вы это увидите в самой работе. Тоже упражнение очень специфическое, очень хорошо отрабатывает внутреннюю часть грудных, на что мы сейчас нацелены. Здесь тонкость в том, что вы не всегда можете прочувствовать внутреннюю сторону. Вы когда будете отрабатывать это упражнение, главный момент, следите, чтобы локти всегда расходились в стороны. Таким образом вы сместите нагрузку побольше вверх. Но опять же, не всегда можно его прочувствовать, но оно действенное. Через некоторое время, если вы будете использовать это упражнение, вы увидите, как у вас формируется верхняя часть глубины грудных. Сейчас мы отрабатываем последнее упражнение. Это сводка с верхнего кроссовера. Мы будем отрабатывать под углом вперед с выводом рук вперед, параллельно с полом, для того, чтобы опять же таки доработать верхнюю часть. Это будет последнее упражнение на сегодня.